Здорово, ребят! Всем привет! Короче, Артём сейчас прокопается. Я ему передаю камеру, и мы идем в шахту копаться. О, кстати, тут хорошее место для сделать это, скажи. Кто? Вот это, ну, сделать туда проход. Кстати, мы тут трохи по этому сделали и трохи украсили этими штуками. Давай быстрее иди копать. Я лопату скрафчу. Без лома нет приема. А лопата это почти как лом. Не желательно, лопата это борза. Лучше обычную. На вот эту стрелочку. На вот эту? Угу. Где лопата? А, вот. Всем, ребята, изумрудный блок скрафтим. Ну, просто... Ребят, не говорите, что Артём нубасосина. Он просто не умеет нормально играть на компе. Поэтому... Я на телефоне играю вообще. Да я тоже как бы. Профессия. Я играю 6 лет, Артём 5 на телефоне. Я на компе еще играл. Ну, вообще-то мы одного играем. Я больше, чем ты, точно. Ну, ты играешь больше, но по профессионализму мы на одинаковые. Ну, так-то да. Так-то. Я играю больше. Ну и позже. Кто-то, чтоб красиво было. Да. Давай быстрее иди в шахту. Блин, я еще в управлении. Ну, я в управлении уже не нуб. Ну, я тебя научила. Ну, Андрей меня когда-то учил, когда мы не еще в первом классе были. А мы сейчас... А мы скоро третий заканчиваем. Ба-ба-ба-ба-ба. Артём, пойдем, где мы живем. Не надо. Там, где я живу. Я просто скажу, где мы живем, в каком селе. Ну, а так скажи. Мы живем в селе Явцовка. Яндрёвка. Я буду так копаться, чтобы мне упасть. Явцовка, пацаны, Явцовка. Явцовка. Мне копать сразу железный кикой? Да. Так что, что сам будешь давать железо камень? А все, давай я погнал теперь. Копайся до алмазной высоты. Все, копайся. Он туда, просто вниз копайся. Понял. Чисто. Да, вот туда. Да. Вот туда? Да. Понял. Вниз. Я ко мне упасть копаюсь. Надо еще уголь. Кстати, нашел уголек, нафига я пах. Кстати, у меня в инвентаре есть этот. У меня есть... Полочки. И у меня есть уголек. Ну, скрафтить факел. 5 на 4, у тебя получается 20 факелов, по идее, должно быть. Какие 20? 16. 20, если у тебя еще одна 4 палочка. 4 на 4, 16. Если у тебя еще одна палочка будет, то у тебя будет 20 факелов. Ну, 4, 4 фа, ну, 4 этих, ну, ну а 5 уголь не считаем. Окей, я имею в виду, что у тебя хватит, просто не заметь, сколько ты положил этих палок. Мы сказали, что можно вот так столько положить. Железо первое, уголь! У-ху! Тихо, тихо, тихо. Тихося. Пошел бы. На сьомому небе. Баба, це ролик. Я цей момент вырежу, ничего страшного. Что вы говорите? Ничего страшного, я его вырежу. Вырежем. Пофиг. Короче, сейчас тут добуду угля и скрафчу палок. И делаю еще больше этого. Ну, быстрее, я тоже хочу уже пойти в шахту копать. Я первое железо нахуй. Молодец, давай быстрее. Да блин, надо тут такие блоки. Короче, ребят, докопаемся, начнем видео. Ребята, блин. Леск... Я дурак! Зря туда пошел, я дурак. На, камеру я сейчас разберусь. Нет, я сейчас разберусь. Окей, пока. Здорово, ребята. Здорово, ребята. Простите, ну пару раз сдохли, потому что, блин, скелеты. Всяких, я одного убил, потом Артема, того, которого я надамажил, но тот успел, ну, отрегениться чуть-чуть. А потом я его рукой добил. Да. Рукой. Подожди. Потому что 2 часа прошло, когда я железный топор взял. Ого. А потом так. У меня полсердечка осталось, и все. А. Короче, нам нужен верстачок для мне именно сейчас, блин. Короче, вот ты диктунка, если любите вообще такие крафтить. Да, я люблю быть таких. Смотри, ставим верстак. Да, вот тут пофиг. Так. Ну и что ты скрафтишь? Так.
Так, хлебушек тут должен быть, я точно помню. Вот. Сейчас. Короче, я тебе вот так поставлю. Давай. Все, у меня есть еще чуть-чуть хлеба, 17. Так, все, я инвент сейчас. Мне нужно вот это вот. Вот это вот. Блин. Давай. Аккуратно. Как? Держи второй рукой. Не, я не могу, я же играю. Значит, так. Окей. Я пока. Короче, у меня есть одна небольшая идейка. Какая? Если мы сдохнем, то мы сюда можем вернуться в любой момент. Я здесь поставлю сундук и выложу некоторые вещи, ненужные нам. То есть те, которые я смогу взять. И вот дальше. Андрей, я поставил телефон, не снимает. Окей. Короче, ребят. А ты куда? Я скоро вернусь. Окей. Короче, ребят. Сейчас будет очень жесткий. Надо будет большое месиво. Кирочку я. Шакс. Вот эту кирочку я прячу вот сюда. Вот сюда. Блин, ребят, это реально очень скучно. Я лучше пока сюда зайду на 5 секунд. Смотрите. И у нас есть ачивки, вот. Это топить алмазы, окей. А если на хозяйство, у нас вот это, вот такое все сделано. Окей, ребят. Все. Я погнал копаться дальше. Два. Так, я вернулся. Так, да, мы заскучали. Да, я вернулся. Да, я вернулся. Так давай снимай. Блин. Моя очередь, подлюка. Нет, я еще играю. Ну, отдай. Мой компьютер. Я играю. Мой компьютер. А ты уже играл много, я только сел. Я там просто вещи разваживаю, которые нужно. Ну, чтобы я мог вернуться, если меня убьют, чтобы я мог навалять. По полной программе. Ты, ну, давай вас посмотрим. Давай попробуем сюда нажать. Может, так гарнизычанку я как включается. Короче, даже Андрей знает гарнизычанку выключать. Ну, как бы можно идти в настройки и там что-то делать, я не знаю. Вот, на. Уже 8 минут. Так. Ты машина по уничтожению. Да блин, нифига не видно. Включи, чтобы видно всем. Блин. Так, короче, я сейчас добуду чуть-чуть этого. Уголька. Может, алмазы когда-то нужен найдешь? Я не знаю. Просто какая высота. Сюда мне. Да. Я еще играю на мясной подарке. Дядя, дай поиграть. Если я пердядя, то дай дяде пердядя туда поиграть. Дай мне поиграть. Не мешай взрослым людям играть в Майнкрафт. Ты такой взрослый, что меньше меня, но на... Моя старше за тебя на 1 год. На 1 год старше, но скоро мне 9. Лето мне взять. А в Андрея зимой было 9. 12. Значит, тут где-то уже алмазик. Да, редстоун он нашел. Я лучше... Короче, у меня есть один лайфхак. Дай я добуду. Подожди. У меня есть один лайфхак. Там уже бедрок. А, значит, мы сейчас поднимаемся. Да не, ищи. Возле бедрока тоже алмазы есть. Я знаю, тут просто очень много бедрока будет, чтобы ты понимал. Ну и чё?
В тебе есть блоки, можешь прокопаться. Не, ну если мы просто поднимемся на чуть-чуть повыше, то мы сможем просто копаться и там что... Давай, да, значит, блин, а как по координаты вырубать? Да все, пофиг на эти корды. Ща. Координаты надо как-то... Уже 10 минут, 12 секунд идет. Это нормально. Короче, я щит пока уберу, потому что мы в шахте. Вот он к нам придет. Блин. Факел, постовывание, фига не видно. Трохи выше поднимися. Где-то на... Я вот я и хочу на 2 высоты, на пару блоков. Да нет, где-то на 5 блоков, думаю. Нет. Еще вот так один раз прокопаться и все. Где-то на 5, еще на 1 где-то. Да нет, все. Значит, вот это так. Тогда нормально. Да. Факел поставил бы, нифига не видно никому. Ща. У тебя мало сердечек. Ты вот, шо? Да. Меня не знаешь. Ты что думаешь, что я не смогу пожарить? Ты куда? Ты что-то факел поставил? Я не знаю. Да ёкало. Да нифига никому не видно. Короче, пожрём. Вот. Это мой канал, по ссылке в описании, зайдите на мой. А мой? Я скажу. Под твой канал по ссылке в описании. Ты сказал мой канал. Ты сказал твой канал, короче. А потом я сказал по ссылке в описании твой канал. Зайдите. Короче, пофиг, давай я продолжаю. Андрей копается по поиску алмаза. Эндер крепость! Нет, это не Эндер крепость, балбес. Это звук как у Эндер крепости просто. Нет. Да похожий просто. Андрей, блин. У нас есть еще дерево для верстака. Сейчас я поставлю на паузу и...